Всем привет, с вами снова Никит. Сегодня мы поиграем в игру, мою любимую, мою долгожданную игру, которая похожа на FNAF, это The Joy of Creation, только Reborn. Я вообще люблю story мод, но в story мод там целая история, а здесь просто надо, как у Слендера, там собирать всякие предметы, что-то какое-то, что-то делать, не знаю. Короче, Андрей, ты просил игру, которая вот недавно вышла. Типа FNAF, только там, где ходить можно. Но, ну, там переработка первой серии, первой части FNAF, но я не смог ее скачать. И story мод не смог скачать. Зато получилось Reborn скачать. Здесь есть Фредик, здесь есть Бонька. Но в данный момент мы будем играть за... Ну, не за Фредика, а против Фредика. Итак, погнали. Фух, интересно, что еще будет. Так, сгоревший Фредди. Это тебе что-то напоминает? Мне... Блин, я забыл клавиатуру. По-моему, это Фредди. Так, пошли. А чё я хромаю? Фонарик. Как фонарик включить? Фонарик. Нет. О, погоди. Один предмет есть. Тихо. Слышите, кто-то идет? Блин, время закончилось. Вон он идет, видели? Офигеть. Пойдемте на него посмотрим. Мы крадемся спокойно. Так, он ушел в ту сторону. Кто еще заражал? Так. Мы потеряли свое драгоценное время, чтобы найти 5 предметов. Всего лишь 5, и я пройду. О. По-моему, здесь что-то есть. Что-то должно здесь быть. Блин, блин. О. По-моему, он идет сюда. Огнетушитель взять? Нет. Тихо. Он сюда идет? Не знаю. Но по звукам я бы сказал. Опа. Теперь по свету я бы сказал. Он идет. А что у меня за рука такая кривая? Как я держу фонарик? Тихо. Что? Он, короче, сюда посветил. И он... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ты определись, куда тебе надо. Короче, ходит туда-сюда. Да блин, нельзя взять. И назад уйти никак. Тут, блин, 2 метра и... Назад никак не пойдешь. Так, он реагирует на свет, как я помню. Может, там что-то есть. С
смысл. Может, он на звуки идет. Так, что у нас тут? Здесь у нас ничего. А тут ничего. А там ничего. Так, он уже далеко. Ты что? Ты мне не нужна? Здесь ничего. О, Бонька! А я тебя вижу, Бонька. Опа. Как он? Заметь, вот это реакция. О, предметик. Раз. Теперь. Тут что-то есть? Могу взять? Нет. Это могу взять? Нет. Там кто? Слышу, он идет. Но у меня осталось 12. Вау! Он шел, короче. Я его обошел. Меня даже не зам... Он там. Пошли тогда сюда. Так, время вышло, но предметы там можно еще собрать, да? Так, вон Бонька. Вижу свет в конце тоннеля. Так, а где мне еще? О! Третий предмет. Еще два осталось. Не знаю, выживу, нет? О! Мы в какую-то комнату попали. Что у нас здесь? Ничего взять нельзя? Не, ничего нельзя взять. А если мы соберем 5 предметов, и что? Так, он где? О, предмет. А, нет. Это плакат. Так, нам сюда, по-моему, да? Или... Или не сюда. По-моему... Мы кругами ходим. Так, вот этого я не знаю. Плакат я подобрал. Может, нам туда? Он где-то там. Надо, может, обойти. И пойти... О! Это что? А, мы отсюда. Ладно, то, что светится, это предмет. Так, плакат, по-моему, четвертый, да? И вот остался еще там плакат Бонни, по-моему, должен быть. Это вот пятый предмет будет. Жалко, что тут карты нет.
И то бы с картой я бы сразу все нашел. Так, я понял. Он идет сюда, а мы пойдем вот этим путем. Я понял. Длинным коридором. Здесь мы были. Там мы вроде тоже были. Но здесь мы были стопудово. Поэтому мы пойдем сюда. Не, сюда мы тоже не пойдем. Или пойдем. Не, для безопасности я лучше не пойду. Так, все крипово тут сделано. Я, блин, хожу кругами. Больше некуда ходить. Ну-ка. Чё ты ржёшь? Не смешно. Пугаешь только. Он сюда идет? Да, он сюда идет. Он пока там стоит, думает. О! По-моему, что-то новенькое. Да хватит меня путать. Куда мне идти, блин? Один предмет остался, а время вышло. Так. Да ты заманал! Туда-сюда ходить заставляю. А ты серьезно? Погоди. Он, по-моему, туда-сюда ходит, да? Ой, фак. Да, он, короче, сюда идет. Если он там пойдет, я сюда, если что. Я уже устал ходить. Короче, вот где он ходит, туда мне и надо, по-моему, да? Но я точно не знаю. Я не могу знать. Слушай. А может, реально звуки ходят? Слушай, есть такая тема. Можно пойти туда, где, короче, была Чика. Где нас обычная Чика пугает? Так, здесь я могу. Боюсь. Ну, давайте сядем. Фух. По-моему, он по звукам идет, я бы сказал. Фух, мне ж холодно снова. Давай. Давай, топай, топай. Нам, короче, сюда надо было, чтобы мы здесь пошли. А потом... Не знаю, что-то еще произошло. Произойти должно было быть. Последний предмет остался. Блин, дальше отходить нельзя. Вон он.
Я вот тоже не пойму, куда он ходит и зачем. О, единственное место, где можно нормально спрятаться. Так, ты там куда пошел? Так, сейчас он сюда, да? Погоди-ка. Что ты там делаешь? По-моему, он ушел. Нам можно... Опа! Вот Бонька. Так, мы правильно пошли, по-моему. Или нет? Он там, да? О! Вот то самое окно, где нас должна была напугать Чика, когда мы пойдем куда-либо. Но нас Чика так и не напугала. А мы так и не нашли свой предмет. Так. Опа, камера. Жалко, что здесь ничего нет. Я точно знаю, где-то должен быть еще один плакат. Или что-то еще должно быть. Папочку мы взяли. Генератор. А чё он даже через текстуры свет просвечивает? Это как это? Я думал, он сюда идет. Так, надо нам успеть раньше него попасть вот сюда вот. Ты ржешь. Вот. Вот здесь где-то должен быть плакат, я тебе точно говорю. Вот здесь что-то должно быть. Да блин, мы уже здесь были. Где мы... Где мы не были? Я не могу вот этого места найти, где... Так. Так, может его загнать куда-то? Этого Фредди. Да блин.
мной. Блин. 4 предмета мы все-таки собрали, и это уже успех. Так, телефон. Теперь. Так. Давайте, ребята, уже на этом закончим. Продолжим уже в следующих видео. А теперь всем спасибо за просмотр. С вами было весело. Так, вот один предмет. Давайте сейчас еще раз попробуем. Может, что получится. Вон он идет. А мы туда пойдем. О, предмет. Ну, мы точно не успеем. Так, еще останется какие-то плакаты там или файлики. Опа. А можно от него реально как-то убежать? Сейчас мы на него посмотрим. Дыши, дыши. Если он сейчас повернет, пойдет сюда, он нас увидит. Он спокойно шел. Он, короче, спокойно шел, спокойно дошел и достиг своей цели. Ладно, ребят, давайте уже на этом закончим и продолжим в следующем реально видео. Я уже устал уже бегать. Реально это так напрягает и все. Может, у меня есть еще шанс. Короче, ладно. Всем моим подписчикам спасибо за просмотр и всем пока-пока и всем удачи. Это махина. А вот она.